Свердловская железная дорога начала оборудование пешеходного перехода в микрорайоне Первомайка. Сделать его безопасным транспортники пообещали в конце прошлого года после конфликта с местными жителями. Теперь такой звуковой сигнал предупреждает людей о приближении поезда. Также здесь появился новый мост с перилами, а над переходом появилось освещение. Чтобы путь через рельсы был безопаснее, железнодорожники вырубили кусты и деревья, которые закрывали обзор. Напомним, транспортники дважды пытались ликвидировать несанкционированный переход, но горожане им этого не позволили. После того, как первоуральцы обратились в прокуратуру, руководство Свердловской железной дороги решило обустроить переход по всем правилам. Этого с нетерпением и ждут жители Первомайки. Работы должны завершиться через 2 месяца. Через рельсы меньше прыгать, потому что люди идут и с колясками. Здесь вот поликлиника детская недалеко. Они идут отсюда в поликлинику. Им или там где-то прыгают, или здесь. Ну, так если здесь будет ближе пройти.